Районный осмотр конкурс среди знаменных групп учреждений образования «Наши символы, наша гордость» прошел накануне на площадке гимназии номер 3 Солигорска. В нем приняло участие 25 команд из учреждений образования Солигорского района. В состав жюри вошли представители Центра туризма и краеведения, БРСМ, РОВД, военного комиссариата, специалисты по идеологической и спортивной работе Солигорской ДСАФ, руководители по военно-патриотическому воспитанию. Год 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В юбилейный год Солигорского района 100-летие мы и сегодня проводим на базе 3-й гимназии данный конкурс. Принимает участие 25 знаменных групп из 25 учреждений общего среднего образования. Сегодня флагоносцы и знаменные группы покажут нам мастерские и отточенные движения обращения со знаменем Республики Беларусь. Ребята через этот конкурс учатся, во-первых, самодисциплина, потом выправка. И тоже процесс подготовки обращения от строевых групп именно с флагом, он включает в себя в том числе и изучение нашей символики. Почему она такого цвета? И почему там появился орнамент, то есть и так далее. Многие из участников впервые пробовали свои силы. Для них это было ответственно и, конечно, волнительно. Участвуем в первый раз. Инициативу решили проявить, так как мы являемся патриотами своей страны, мы ее очень сильно любим и уважаем. Учитель предложил, а мне всегда нравятся такие вот тематики, то, что маршировать, всякое такое. Ну, я решил и пойти. Я и хочу, и планирую поступать в академию. Самому интересно, в принципе, тут побывать. Первый раз участвуем. Изначально даже не знал, как будет вообще проходить это все. Честно говоря, даже стоял немного. Тряска была небольшая, но все прошло хорошо. На самом деле выступили не так плохо, я считаю. Конечно, было волнительно, из-за этого путался в словах. А так, я думаю, даже вполне нормально. Участники конкурса представили вниманию жюри технику выполнения всех этапов выноса и представления государственного флага Республики Беларусь. В конкурсных испытаниях оценивались правильность и четкость выполнения строевых приемов, определенных в строевом уставе Вооруженных сил Республики Беларусь. В целом мероприятие мне очень понравилось, и я считаю, что если будет больше таких мероприятий, то наш народ, наше поколение вот это, которое идет, оно будет более сплоченное. Вот этот патриотизм, мне кажется, сыграет какую-то свою роль, и все будет у нас хорошо в стране, и будет мирное небо. И смотря на наши ошибки, которые я совершил, я думаю, в следующем году мы обязательно примем участие и без этих ошибок, потому что кто не делает ошибки, тот не становится мудрее. Опыт мы получили в этом году, свои ошибки постараемся исправить, и в следующем году, может, еще и лучше сделаем. Нам помогал наш учитель, можно сказать так, Александр Александрович Груша. Он всегда нам помогал, говорил, что не так мы делаем. Такие вот конкурсы, в принципе, нас очень сплачивают. Мы набираемся очень много опыта. Мы второй раз на этом конкурсе. Нам все очень нравится. Интересная обстановка, интересная атмосфера, хорошие судьи. Все нравится, всем довольны. Участники хорошо себя проявляют, так же, как мы. Будем стараться выиграть и пройти дальше в следующий этап соревнований. Очень интересный опыт участия в таких соревнованиях и развивает патриотическую сторону. В наше время очень важно знать и ценить то, где мы родились и кем являемся. Знаменные группы продемонстрировали высокий уровень подготовки. Жюри пришлось очень постараться, чтобы по достоинству оценить каждую группу и определить победителей. На областном этапе конкурса солигорщину представит команда гимназии номер 3. Второе место у первой гимназии, третье у Зажевичской школы.